have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Всем доброго времени суток! Да, с нами Адмирал Дредд, он же Першин. Сегодня мы пойдем с вами в ДБТшку местного разлива. Я нажимаю Ready, я не знаю, ребят, вы уже нажали? Кто-то не нажал. Вот, я все, нажал. Трое нажали, отлично. Пойдем выживать от убийц. Ну, в смысле, бегать от убийц и попытаться выжить. Я не знаю, дадут ли нам четвертого или нет. У нас лобби на троих. Посмотрим, как все будет выглядеть. Че ты такой тощий? У тебя ноги как картошка. Ну, на себя посмотри. Я-то нормальный. Так. Обычно эта менюшка в ДБД выглядит так, как будто, знаешь, выжившие бегут, а мы тут просто идем, наслаждаемся таким дождичком в парке. Блин, какой же я дрыщ. Чего-то долго. Ну, типа матчмейкинг. Нам, видимо, четвертого подбирают и убийцу подбирают. Убийцу подбирают. Может, убийцу подбирают. Тебя это лучше выглядит. Ну, в обычной игре убийца держатель сервера. А как здесь это будет, посмотрим. Сказано, что ждут игроков. Ладно, сейчас посмотрим. Итак, ребятушки, вроде нас подгружает. Нам загрузили четвертого выжившего, какую-то девушку. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Беконоволосые. Беконоволосые. Беконорождённые. Надо 5 гейнеров врубить. Все. Блин, фишка в том, что у меня есть ДБД. А, да, шуметь нельзя. Шуметь сейчас. Нельзя, погоди. Мне игра загружается. О, я тут, я с вами. Я вижу, мы тебя кто видим. Убийца? Я без понятия. Раньше, помните, когда эта игра была в развитии, можно было по крюкам догадаться, потому что у каждого убийцы были свои крюки. Вообще, кто-то помнит, когда эта игра была новая? Вот тут можно мансить. Блин, они взяли прям все текстуры. Я в нее ни разу не играл. Она у меня есть, но мало того, что я ее купил, но я в нее ни разу как-то не играл. Ну, не устанавливал на своем компе. Я играл... На деревьях. О, тотем надо разрушить. Погодите, против нас ведьма. М1. Она тут! Иконная. Она тут! Ай, меня лупят. Я пошел. Удачи там. Смотри, не умри. Меня сейчас повесят. Но я, по крайней мере, отвлек, там девушка генератор чинила. Да как это работает? Блин, я к подвалу пришел. Вы издеваетесь нафиг? Чините генера быстро. Блин, тут корова чините. Летает в воздухе. Нет, не в воздухе, она на этом... Оно меня догоняет! Оно меня догоняет! Блин! Я тебя спасу, только гений дочинил. Давай, Першик, иди, помогай. Ты меня не убьешь, придурок. У тебя нет момента мора, скорее всего. Он меня на крюк сейчас потащит. Чините, чините, генер. Я чиню. Я не успею выкарабкаться. А я могу помочь? Или один человек только должен? Не, я вешу только на крюке. Он работает. Он уже работает. Не толкай меня. Нет, все, генер починил, пошел дальше. Надо 5 генеров запустить. Вот, один не запустили. Толкай, если ты меня слишком далеко оттолкнешь, я перестану чинить генер, я его почти починил. Так что будь добр. А что красным подсвечивается? Какой-то чувак красный. Я спрыгнул. Молодец. О, зомбака. О, нет. Тут прямо генератор прямо рядом со мной. Я тупо сажусь чинить, мне вообще пофиг. Блин, чё так тяжело чинить геники? Зомбаку ударили, я, что ли? Конечно, да? Я знал, что делать нужно. Генераторы чинить нужно, еще 4 нужно починить. Ага. И я починил. Чёрт. О, я чёрт. Починил. Я эти в тайминги не попадаю. Какая-то чёрная дыра. Тут корова на деревьях. Нормально, нормально, я это уже видел. Я в тайминги не попадаю, я забыл про тайминги вообще. Блин, зомбаку увалили. Я на... Это нет. Не нужен мне этот зомбака. Ага. Ребят, меня бы кто-то похилил, если кто-то может. А его полностью? А где ты? Тут я вижу красного кого-то. А, я красный вижу, это я нашего вижу. Повесили. Попробуй.
О, ты меня Да, видишь? этот гений. Попробуй меня Да, полечить. я. Подойди ко мне, у тебя появляется действие лечения? Она Она тут! своё! Вали, вали, вали! Я этот геник немножко подшумел, но все, валим. Слушайте, Я попробую если... пойти спасти А зомбаку. надо просто на Оно само один идет. нажимать, верно? На М1, да, чтобы починить, но у тебя там будут тайм-чеки, осторожно, потому что иначе ты можешь нашуметь и сбить починку генератора. Оно со мной колется, помогите! Есть с... А зачем ты за мной-то прибег? Ребят, не бегайте! Зачем ты ее сюда привел? Ну, да, еще там. Офигеть! А как... Она за мной пошла! Меня еще второй раз повесят, это будет уже вообще ни разу не смешно. Ладно, чините геники, быстро. Я в шкафу спрячусь. В шкафу с клан. Блин, тут, конечно, круто, А но в подвале есть почему-то генератор? Нет, в подвале нет генератора, и в подвале бесконечный крюк. Если, например, кого-то из нас убьют на крюке, крюк станет, по-моему, на некоторое время неактивен. Если ее сейчас повесят второй раз, то все, она сдохнет. А, она отключилась, она это знает, что она сдохнет. только Как же я ФКшников обожаю, просто вот люди мечты. Тебя понял? Давай, давай, манси как бог просто. Я пошел чинить геник. Ха-ха, блин. А нет, не ха-ха, блин, у тебя бензопила, ты... А ну, быстрее меня с Першин, ты бензопилой. чинишь? Ну, а просто надо один нажимать или как? Подходишь к генератору и нажимаешь один, и просто чинишь его. Ну, М1. Понял. Пожалуйста, скорее нам Слушай. три геника еще надо починить. Ну ничего, это такое подозрение, будто ты прям за стеной. Не надо меня за стеной, блин, я уже половину геника толкнул, давайте скорее. Нет, это не ты был у меня прям за стеной. Ой, Я нажимаю на ё-моё! один, что-то с ним Костя! особо ничего не происходит. Чувак, на М1, на мышку подходишь и зажимаешь мышку просто. А, я понял, все, спасибо. А я постоянно нажимал на просто кнопку один. Нет, подходишь и тупо зажимаешь М1 и держишь. У тебя будут скилл-чеки, надо их спейсом будет прожимать. Зачем ты ко мне пришел? Во, привет! Как дела? Отлично. Есть, пошел, Стой, я пошел, могу не тебя бегай за мной. похилить! Погоди, я могу тебя похилить, стой! О, это было бы здорово. Я хилю тебя, не двигайся. Вас спасает, не сопротивляйтесь. Так, Першин, тебя там что, мочканули? Да. Сейчас мы можем. Мы тебя видим. Я сейчас пойду на помощь. Все, я пошел тебя выручать. Котяра, Я быстро тоже. чини геник. Нам еще два Какой геника надо. геник? Найди геник рабочий. Блин, уже Поле повесили. вроде есть. А на что сидеть? На C? На Ctrl? На Ctrl Блин, сидеть. контрол, ненавижу людей, Не которые... пытайся сняться с крюка. Ну не бегишь ты за мной. Да тут Так где-то... ишь! Да тут геник где-то в кустах, понимаешь? Что я Ты сейчас не, делаю? короче, не надо было пытаться сняться с крюка, ты потратил половину своей хпшки. Першин, говори, она с тобой? А, ладно. Пали ее, она с Нет. тобой или нет? У тебя? Нет. Нет. Котяра, снимай. Рядом со мной кота. Лечи его сразу. Лечу ее, лечу. А, если что, справа от меня там генератор. Я понял. Он рабочий. Так, нам нужно два фон... блин, это два... Нет, Ай, блин! А как ты мне... Он ко мне на пиле приехал, прикинь! Потом я его не заметил, он меня не несет вешать. По-моему, мне сейчас кирдык будет. Я иду помогать, я сейчас... Не-не-не, ты меня уже не снимешь! Быстро геники чините! Он рядом. Там, где я вешу, генератор почти дочинен. Еще и меня можете спасти, пожалуйста. Вы видите, где я висю? Я Меня тут убило. генератор почти дочиненный. Пожалуйста, дочините этот геник, потом, если получится, еще меня спасете. Да ну, меня убьет. Першин, ко мне вали. Пешек. Я так бегу уже. Он Бегу, бегу изо всех заводит, сил. Заводи тут геник, не снимай меня, она увидит, когда снимешь. Сначала геник заведи. Что я тебе сделал, ты монстр? Дочини этот геник, потом попробуй снять меня. Не получится, просто вали. Нет, я мантил как мог. Я знаю, нормально, молодец, хорошо отвлекаешь. Оно
Почему не можешь меня взять? Блин, зело. Завел, нет? Давай, давай, сколько там процесс? Два завожу. Половина. Черт, я не уверен, что я довешу половину. Ладно, чини сколько можешь. Все, снимай меня, он сейчас сюда пойдет, снимай. Пофиг, пофиг, пофиг. И че? Разбегаемся в разные стороны. Нет, меня убьют. Ты... Помогите. Зачем ты пытался сняться? Люди, вы че? Так. Першин, манси. Я убегаю от нее. Манси как бог, давай. Спаси, спаси. Спаси. Сейчас, стой. А, ладно, спасибо. Попробуй что-нибудь прикинь, пока я тут убегаю. Мы пытаемся сейчас это отхилиться. Это хил Билли, блин, он, зараза, ко мне на пиле приехал. Я вообще не знал, что... Да, он когда пилу заводит, это опасно. Так, давай, теперь меня лечи. А, тут тоже скилл-чеки есть. Я нашел, блин, я в сундуке покопался. Вон сундук, может, тоже пока. Я его вытащу, он первый раз... Ты первый, второй раз висишь? Все, меня схватили. Хорошо, там нужно будет спейс тарабанить, чтобы тебя не прикончило сразу. Приготовься. Я пойду искать всякую фигню в сундуке, так что давай. Я сейчас тебя сниму. Нет, я его сниму. Ты идешь за ним? Блин, я вижу, где эта штука бегает. Нам нужно денег найти. У меня сундук. Да забей на сундук сейчас. Быстро снимай его. Иду я. Бегу. Геник. Давай, геник щеми. Щемлю, геник. Блин, у меня какой-то чемодан. Ты идешь к нему или нет? Иду я. Скорее иди. Першин, она рядом с тобой? Першин, она там или нет? Я не знаю. Нет, вроде нет. Так, ладно, беги. Пожалуйста, держитесь. У меня своих проблем полно. Убегай. Да блин, ну все, ему кирдык. Она меня не найдет. Бедный першник. Нет, в ящик выглядывает. В смысле, она тебя не найдет, ты должен был геник чинить все это время. Ты должен был геник чинить. Их два еще осталось, ты что, я-то чиню. Нет, нет. Она меня повесит, ну все. И фигли. Блин, ты пошел вниз? У тебя хватило мозгов пойти вниз? Слушай, вот срагу, это что, надо постоянно так и на связи? Да. Я освобожу тебя, ну все. Ну все, GG. Да, первая карточка проиграна. Но он еще и саботировал этот. Ну, он меня сейчас отнесет, я поехал. Мне лексуры просто подвели, так сильно подвели. Нет, тварь, ты меня выпустишь. Я спрятался в ящике. У меня мой сын. Ха-ха-ха-ха-ха. Смогу еще выбраться. Нет, все, ГГшка. Ну, давай. Нет, это ГГшка. Не продлевай, все, ты все равно не сможешь слезть, и тебя никто не вытащит. Все, хорош. А как слезть вообще? Уже никак, уже все. А что за struggle space? Это что вообще значит? Что там надо делать? Это значит клацать space, чтобы подольше продержаться на крюке, слезть кто-то, кто может тебя снять. Но все. Блин, круто было. Значит, back? Да, давайте еще одну карточку. Как ты, Перша, нормально? Да, у меня просто мышка как-то подтянилась. Ну, я, короче, понял. Просто я тупил из-за того, что я не знал, как чинить. Я думал, М1 это... Так, а написано, что вы в игре, но я не могу к вам подсоединиться. Я создаю? Да. Хорошо, давайте я создам. Ага. Стоп. А получается, человек, который... который играет за убийцу, он просто левый, да? Да-да-да, это тоже человек, там в менюшке можно выбрать, стать убийцей. Mm-hmm. Я хочу быть киллером. Подходите. Да я иду уже к тебе. О. И я. О, я того же мнения. Я за костром.
Ну что, ready, типа? Ну, вряд ли мы, конечно, превьюшку здесь сделаем. Да посмотрим. Вообще, в этой игре. Там нет дыма в лесу. Кто-то... Погоди. Кто не готов? Кто не... А. Все... Во-во-во-во-во, все, мы втроем идем, нормально. Красивые такие, бодрые, шагаем. Хорошо. Сейчас нам четвертого подкинут и поедем страдать. Так, короче, народ, если... О, четвертого подкинули. Что ты такой лысый, что ты такой белый? Нельзя спрашивать у человека, почему ты такой белый. Это я знаю, да, но все же. Но почему он такой лысый? А ты что, лысист? Тащи вантус. Тащи вантус. Вообще мне не понравилось в этом ситуации. Так, я один. Блин, а вы где? Да у меня игра загружается, сейчас с тобой буду. Есть, кота вижу, ты где? Блин, я все-таки не убийца, ну что ж такое? Блин, у нас чувак с содержимостью. Все, першин с нами тоже. Содержимость? Одержимость, ну типа, убийца будет одержим этим игроком. Так все, меня убьют. Каким именно? Я заспавнился прямо возле убийцы, прикинь, как повезло. Я немного не понял, можешь объяснить, пожалуйста? Чувак с клешнями, видишь у нас? А, ну да. Вот, убийца будет одержим этим чуваком. Это значит, что ему будут... Ну вот, видишь, он сразу же за ним погнался. Угу. Пытайтесь чинить генера как можно... Ему сделать... именно его надо ловить или как? У него будут хорошие бонусы за то, что он поймает и убьет именно этого чувака. Там, по-моему, даже если он его первым убьет, будет даже лучше. Понял. Так, ладно, я настолько умный, что додумался залезть в подвал домика в самый низ. Не надо туда никогда лезть, там никогда ничего нет, кроме шкафчиков. И то, шкафчики там очень фиговые, там обычно людей ловят. Ну все, ясно. Это мы... Быстро чините геники, ребят, не теряйте сейчас времени. О, черт! Я вещи с ящика... О, аптечка, я смогу кого-то поднять. Я тяню. Да иди ж ты к черту! Что нам попадается такая команда? Второй АФКшник, ну выйди. Он вышел? Да, он тупо ливнул, потому что его поймали. Ах, как плохо. То есть мы автоматически остаемся втроем, да, это гораздо ниже наши шансы. Ну, блин, наверное, под этот режим надо собирать команду из четверых. Ребят, вы где? За мной убийца гонится. Манси, тяни время, насколько можно. Я уже почти сделал первый геник. Я тоже почти сделал. Я тоже геника не сделал. Ты тяни время. Почти. Есть, вижу. Я сделал. А, мы еще и рядом с тобой были, я понял. Я не знаю, где еще есть геники. Пойдем искать. Так я слышу. Я не знаю, где я убить. Чуваки, мансите рядом с досками. Доски можно опрокидывать, и через них можно мансить. Он потом. Я вижу кота. У домика, наверное. Ладно, я тут геник починил, так что. У геников торчат огромные вот. Такие лампы наверху, если что. Ага. Тут починитый. Ты к моему подошел, видимо. Иди вот сюда. Ты. Я слышу за кухней. Я вижу убийцу. Блин. Он в белой футболке? Слушай, я не знаю. Адмирал, ну зачем ты ко мне пригнал убийцу? Спасибо большое, я там почти геник дочинил. Я вообще не пригонял, я бы далеко только видел. Чините, чините, ребят, три штуки осталось, мы неплохо идем пока я что. Я чиню, я знаю, где еще один геник находится. Я вон вижу еще один. Давай там, адмирал, манси, как сможешь, рядом вот. С убийцей. Конечно, как в обычной игре, там есть скиллы на быстрее починку, на всякое такое. Там, ай, да я ж попал, блин, хотел perfect skill check сделать. Адмирал, за тебя. Что? Мне по горбу прилетело. Пока вы там убиваете друг друга. У меня, не у меня? Нет, не у меня. Я возвращаюсь своему, блин, он у меня. Слушайте, ребят, вы если найдете такой маленький деревянный домик, не идите к нему, я там. Так что будьте добры. Ребят, я вам... Блин, он ломает доску. Тварь, зачем тебе ломать доску? Так, ну ты человек или не человек после этого? Просто беги. Да, чините, да. Чините. Я чиню. Я не могу найти генератор, я его ищу. Ну я знаю, где геник.
Я знаю, где это последние дыры. А что за черная дыра? Лох, трусы в горох! Это, да, там завелся геник, это шум. Быстро чините дальше, ребят, я мансю как могу, пожалуйста, скорее. Я ищу, ищу, я не могу найти. Я знаю, где геник. Где? Скорее, ребята, я трачу доски, это ой, плохо видел, для нас всех. Я видел, там кто-то пробежал. О, там за, кто-то за кем-то гонится. Ай, блин! Ой. Чините скорее! Я чиню, поверь мне. Короче, вся надежда на кота, потому что я не вижу ни одного генератора. Над ними огромные лампы такие торчат, их можно найти. Я знаю, где последний генератор. Блин, меня вешают? Все, я вешу, я жду, я не буду дергаться, я вешу. Как только блин! Почините геник, попробуйте меня снять, если будет возможность. Если нет, тогда оно ладно. Оно за мной идет, оно за мной идет. Видимо, да. Першин. Ну нафиг, я ухожу отсюда. Или чини геник, или снимай меня, делайте что-нибудь. Я нашел. Адмирал, снимай. Нашел? Нет, снимай. нет, пусть чинит, у меня много жизни, я могу еще долго висеть, пусть чинит. Он нашел последний геник? Чините. Почему последний, их еще два? Ну я знаю, где еще два. Ну их на карте типа больше, чем два, их можно починить в разных местах. Блин, помогите уже мне, за мной гонится убийца. Нет, ты манси, понимаете? Теперь, в смысле помочь тебе, ты манси теперь, ты бегай, роняй доски, вокруг досок бегай. Оно меня топоры кидает. Маленькую черту попал. Ребят, хорошо, помогите, хорошо, мне хорошо. Крюка не помогите, бегай. Я маншу как могу. Вот, давай. Першин, Ты эту штуку почини, пожалуйста, потом сними меня, если получится. Да, хорошо. Не дай себя уронить, бегай. Вот, я тут нашел шины, вокруг них можно отлично мотить. Доски найди, которые можно уронить. О, я второй ту точку попал. Сколько у тебя осталось там? Совсем немного. Готово. Я тут надо убить. Давай, тащись ко мне, быстро. У меня еще вторая фаза не наступила. Пусть его вешают, нормально. Иди прям, сюда. Ребят, вот, прям возле меня. Тут геник есть. Я понимаю, ему прям меня снять меня нужно, пока у меня вторая фаза не наступила. Я бегу. Черт, у меня наступила вторая фаза. Ладно, пофиг, нормально. Главное, сними меня и мы... Не прыгай на крюке, да не прыгаешь ж ты на крюке. Ну что ты делаешь? Ты себе пол хпшки снял моментально. Все, он бежит ко мне, погоди, иди за геником. А где он? Возле кота где-то. Не беги, в разные возле стороны, меня, не беги. Ребят, возле меня геник прям напротив меня. Ну вы чего? Черт, я перепутал отверстие. А, он меня тут ждал, тварь, он меня тут ждал. У меня такой вопрос, меня будет кто-то спасать? Или мне нет, уходить? Виси пока что просто. Першин, тащись к коту, почини там геник, потом спаси его. А где... Короче, сначала спаси меня, понял? Все равно это очень быстро. Но... О, вот так, спасибо. Я иду геник чинить. Сейчас. Блин! Разойдитесь в разные стороны, вы бежите в одну сторону, не бегите в одну сторону, разойдитесь в разные. Першин, если он за тобой не погонится, тащись ко мне, пожалуйста. Понятно. Беги от него. Используйте доски, используйте окна, вы можете... Вы быстрее. Да ты за кого нафиг пригнал? Ты просто чудовище. Ты вылечился, что ли? Да, я вылечился. Чини геник, блин, елки-палки, лечитель фигов. Да, адмирал ко мне привел монстра. Я мог спокойно, мирно починить геник, но нет, адмирал, надо привести ко мне монстра. Да? Адмирал, черт. Что мне теперь делать? Да чини последний геник. Последний. Я его чиню. Понимаешь? Быстрее, много там осталось? Очень. Блин, ты его с нуля, что ли, стал чинить? Забей на геник, попробуй спасти меня или адмирала, потому что... Адмирал, не прыгай на крюке, пожалуйста, блин, пожалуйста, ну зачем? Он меня ищет, я дочиню геник, у меня получится. Ребят, попытка сняться забирает пол жизни моментально, зачем вы это делаете? Ну ты можешь сняться. Нет, ты не можешь сняться, там шанс вообще буквально там миллионный какой-то. Так ладно, он не идет. Понял. Так, тут немножко осталось, меньше половины. Все, ладно, я уехал. Слежу за котом.
Я еще возле двери. Да, скорее всего, он просто будет. Он ломает генератор. Он сломал. Пусть он тот ломает, мы другой чим. Блин, он сейчас к тебе идет. Нет! Он не знает, что ты тут, он не знает. Чему? К тому же он не делает полный регресс генератора, он просто его чуть-чуть ломает, и генератор потихоньку начинает регрессировать. Там можно еще подойти. Сколько осталось? Очень немного. Тебе нужно дверь открыть. Дверь сначала открой. Дверь сначала. Подойди к двери быстро и открой дверь. У тебя подсветились выходы, да? Да, я иду к одному. Давай, тебе нужно обязательно открыть дверь. Потом, если, блин, я не знаю. Быстрее, 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 быстрее. Вот выход. Дергай за рычаг, главное дверь открыть. Чтобы он не помешал тебе дверь открыть. Я не знаю, успеешь ты за першином или не успеешь. Да кому нафиг этот першин? Он ко мне монстр привел. Мне такие не нужны. Ну и один я выживу. Будет у меня казино с блэкджеком. Все, тогда вали. Реально, ты просто не успеешь до него добежать. Аривидерчи. Моя первая победа. Фух, ты вышел, нет? Ну, мне... Изи, да, я выжил. Так выйди. Я вышел. Что, мы выиграли? Я не знаю. Мы выиграли. Чуваки, вы что, мы выиграли? У тебя показана победа? Да, мы не выиграли. Показана победа, вот. У меня аж главная менюшка. О, классно. Все, мы победили? То есть мы выиграли? Ну, я не вижу кота, это выглядит так, как будто да. Мы победили. Ну, потому что... Сейчас должна быть менюшка победы, погодите. О, у меня перк открылся. Завышивший. Ну, потому что я такой вышел, и у меня сразу... А, менюшки победы не было. О, мне... Так, ладно, видимо, ребятушки, эту каточку мы все-таки затащили, хоть и в одно кошачье рыло, но все-таки затащили, поэтому будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра, всем ладушек. И всем покеда. Всем пока.